Так, вот это Марс. Увеличение 125 крат, расстояние 143 миллиона километров, 2.54 по Киеву, 9 июня 2020 года. И перед тем, как снять нашу Троицу из Луны, Сатурна, надеюсь, Сатурна и Юпитера, навелся я на Марс, потому как по нему попасть тяжело. Много времени ему не уделю. Время уже предрассветно, он исчезнет первый, по-моему. Ладушки. Это встающий над горизонтом Марс был. И вот наша вон Юпитер. Ну, Юпитер вообще великолепный. А вот на Сатурн попасть что-то пока не удается. Так сходу. Уже полосы или не полосы, или это у меня в глазах рябит, да? Цель увидеть на Юпитере полосы спутника при таких настройках не увидишь. Сейчас попробуем поиграться с резкостью, вон там какого-то. На полосу был, сейчас посмотрим, влезет в кадр. А, вот они. Полосочки видны. Еле-еле душа в теле, конечно. А вон и Ганимед слева блещет. Блистает, блестит. Уже неплохо. Будет светлее, надеюсь, будет еще лучше. Ну, сейчас попробую попасть на Сатурн. Ну, вижу я полосу, две полосы вижу четко. Левый край чуть выше задран. Опять играемся с резкостью. Без особого успеха, да?
Ну, маленький кран, но надо, конечно, как-то. Приспособить его через планшет, что ли, снимать. Ну, вижу по вас. Может, да, конечно, у него в глазах уже. Не, ну он ганимед вижу. Ганимед вполне объективно рассматриваю. Поехали посмотрим, попробуем Сатурн поймать. Да, вот Луну и Юпитер видно. Сатурн никак, я не понимаю. Обидно. Ладно, будем смотреть пока еще. Может, посветлее. О! Да не может быть. Ну, ты представляешь, зараза Юрка какая. Вот он наш красавец. Не удержу. Миллиард. А что-то 300. Ну, лады, хоть зафиксировали. Хорошо, подождем еще, пока посветлеет. А, ну так мы еще Луну не снимали.
3.05 по Киеву. Плывет все, атмосфера плывет. Так, сейчас еще здесь резкость попробую. Вот так, наверное, получше. Да, удивительно, как при таких колебаниях воздуха вообще хоть что-то получилось. И дымка явно присутствует, сияние вокруг Луны. Просто аура. Лады. О, Аристарх. Красавица наша луна. Вон в правом верхнем углу вижу Юпитер. Ну а в левом верхнем сейчас должен мелькать где-то Сатурн, не знаю. На малюсеньком этом экранчике я его не вижу. Ладушки.